Ну, я так решила, что раз сегодня у меня день рождения, может быть, мне твои башни что-то покажут. Хорошо. Ну, добрый день всем, добрый вечер, вернее. Сегодня мы проводим сеанс с башнями с Валентиной Мельниковой. Ну, можно начинать. Так, можешь закрывать глазки, можешь не закрывать глазки, как тебе удобно. Сейчас немножко отстранись от всего и попробуй подняться вверх. Что увидишь, скажешь. Так, ну, с закрытыми глазами, я не знаю, какое-то где-то самое главное ощущение почему-то, ощущение присутствия. То ли мое при ком-то, то ли кого-то при мне. Но вот ощущение присутствия. Дело просто попробуй представить и космическую пустоту и какую-нибудь, ну, за что можно зацепиться, платформа, шар, там, камень, вот такое что-то. Попробуй, потому что мне потом надо включать это все. А если зацепиться просто за само присутствие? Ну вот как бы я где-то и чувство или ощущение то ли какого-то. Ну вот что я там, и я присутствую. Ну Все что хорошо, тогда начинаем. Значит, включаю сначала первую башню созидания. Ты ее... это поле. Оно какое-то расположенное ко мне. Вот так я скажу. Хорошо. Это и будет зацепка. Первая башня. Включаем башню созидания сначала. Почувствуй ее. Ты любишь ее. Ну да, я вообще знаю, что у нее розовый цвет, он у меня сразу же возник. А вот теперь начинаем. Справа, сверху, белая башня, башня духовности. Справа, слева, сверху, башня желтая, жизненной силы. Представляешь, я сначала увидела желтую, я белую не увидела. Ну подожди ты, слушай дальше. Внизу справа будет фиолетовая башня, и внизу слева будет зеленая башня, целебной энергии. Все, начинаем работу. Я включаю башню на 50%. Ну, у меня идет, где вот с левой стороны верхняя. Это ведь это солнечная башня есть желтая, да? Да. Потому что мне идет блик прям золотым. Вот, как будто это золото как прям как расстилается. Но белая башня вот тут дает знать. Кстати, тоже светит. Но рядом с ней, или ты имеешь в виду, или я не пойму что, но рядом с ней стоит черная. Ну, это противовес обязательно. Она будет забирать то, что лишнее. Угу, хорошо.
Так, ну а ой, прям вообще в голове тишина наступает, прям благостная какая-то. Прорабатывают они мне области манипуры. Ну, то есть вот центр живота у меня как-то. Голова. А голова у меня как пошла в какой-то спирали закручиваться кверху, в белый. И какое-то обнимание. То есть вот прямо или кто-то меня обнимает, или это просто символ какого-то любви может быть. Ну вот прям вот по этой спирали, как будто вот как обнимка какая-то. И она тоже такая золотистого, ну, телесно-золотистого цвета. Хорошо. Сейчас пошло на область груди. И вот это вот в грудной области как расширилось и утеплилось. Типа так. Ну, вообще эти башни, они уравновешивают. Меня прям как в центре держат. Вот. Но сейчас пошли работать, кстати, типа вот это сватхистана, но нижние чакры. Как будто пошло вниз спускаться. А одновременно у меня в глазах и в голове прямо больше, больше, больше такого солнечного света. Вот сейчас прямо в глазах вообще один солнечный свет стоит. Но он с такими какими-то картинками, что ли. Немного какая-то, ну, типа пестрота есть. Так, хорошо. Ну, фиолетовый блик так дал знать. Ну, сейчас начнет все потихоньку включаться. Добавить или пока на этом уровне ставим? Добавь. Включаю на 70. Я как-то хотела бы их по отдельности прочувствовать. А сейчас добавилось больше тишины и спокойствия в область груди, сердечной чакры. Прям так больше спокойствия. Прям даже не спокойствия, прям. Ну, тише какой-то. Тишины. Ну, клево, клево. Все ощущения очень приятные. Ну, работаем, работаем дальше. Ну, какой-то образ возник. Я хотела сказать, что он какой-то то ли грозный, то ли нет. Но, в принципе, он похож на орла. Но орел этот не парящий, а типа сидящий. Знаешь? Ой, теперь все пошло вызевываться. Что-то такое мне светлое, как будто с неба свалилось. Что именно прочувствую?
Я вообще подумала, какой-то подарок подарят. Да. Вот Ну, надо его. или дар какой-то, ну вот в таком смысле. Да, должно что-то быть. Ой, прямо я сейчас превращена буквально сама в столб. Как там башня? Вот я сама сейчас как башня, или честно. Ну, что-то у меня почему-то все никак не пробивается такое очень ясное видение. Так вот оно. Ничего, сейчас насыщение просто чувствуй, воспринимай, впитывай. О, это. Но все такие вот, которые возникают краски, что, может быть, это не краски, может, это какие-то картины. Ну вот, например, тоже, знаешь, как будто как вот пролилась, тоже, видимо, как подарочное что-то такое. Вот типа желтый, желто-золотое, а по нему как вот красные такие, ну типа лепестков листьев, что ли. Ну, образ красивый, как будто вот так, как вливается. Хорошо. Голубые тут какие-то тоже блики возникают. Какие-то интересные, интересные образы. Ну, чуть ли не глаз Вселенной. Мне Максимка подарил вот такую вещь. Вот смотри. И вот эта вот штука, она в принципе как вот эта голубая. Она как глаз Вселенной, что ли. Вот. И вот у меня типа такого образ вдруг возник. А может быть, это даже знак какого-то ключа. Знаешь, напоминает тоже. Какой-то такой четкий контур, вот такой как будто в округлости, а в этой округлости, знаешь, ну вот, какая-то вот фигура интересная. Но ключи существуют. Ключи существуют. Может быть, стоит задать вопрос, что к чему. Ой. А вот теперь задавай, должны идти ответы. Мне кажется, каким-то материальным вещам или, может быть, благом я спросил, к чему ключи? И вдруг как будто вот такой образ пошел, как, знаешь, как на заземлении. Вот мимо раз, и вот оно, я так и подумала, думаю, что как-то вниз это странный образ, а вообще, в принципе, вниз же образ заземления, и он такой, как рекостик, ну, как такое, как стекающее, такое плавное. Там где-то какое-то золотое это, что-то такое золотое вот среди чего-то этого все пытается вот так пробиться. Вот оно вот есть. Но мне прогрело очень душу вот это золото.
Короче, твои башни ко мне хорошо расположены. Я потому что прям вижу, что прям, ну, вот как будто хорошо расположен. Тепло, и у меня к ним доверие, и у меня доверие, чувство доверия. И даже какой-то такой торжественности в плане, ну, с чего? Ну, как будто вот даруют и даруют. Сейчас тут вот какая-то звезда возникла. Вот такая тоже желто-золотистого цвета. А сейчас что-то такое на фоне зеленого, типа или зеленые ветви, или что-то, и какое-то красное яблоко. Вот, на таком вот. Ну, я что-то даже не могу расшифровать, Ген. Я обычно как-то прям расшифровываю. Не Или сразу. я Расшифровывай. не успеваю, да, Ты не пока. успеваешь, сейчас идет информация. Но я бы сказала, знаешь, что все-таки если по ощущениям, вот сейчас, например, возник образ. Вот этот образ, он, знаешь, как бы чего? Как будто образ света. Но света, знаешь, в каком смысле? Вот как будто типа или знаний каких-то. Может быть. Как бы, знаешь, вот выражение свет знаний, так? Так, сейчас у меня прям почему-то стали очень сильно расслабляться руки. Сейчас как-то или что-то центрируется, или что-то такое, я не пойму. Или оно как-то вместе концентрируется, даже точнее сказать. Потому что вот как бы вот какой-то круг, и этот круг, он как бы наполняется более таким насыщенным цветом. А голову у меня, ну, видишь, вот, пошли какие-то такие колыхательные движения, что ли. Так, ее как-то вот у меня то ведет, то заносит назад. Ясность какая-то пошла в переднюю такую часть мозга. Как бы даже как пространственность. Я не знаю, почему, ли картины природы, или что. Но вот такое, как будто сейчас было голубого. Знаешь, вот голубой цвет с синим. То есть я бы сказала, что это как типа водоема какого-то, вот так, расположенного. Ну, как и положено в воде, она же не так расположена. Ну, тогда я назвала бы водопадом. А это как вот так. Типа то ли озеро какое-то. Вот оно такое темно-синее, а в центре как бы голубое такое вот. Как что-то как развелось вот так. Но зеленый цвет я себе напомнил. А сейчас такая странная какая-то картина. Она, знаешь, чуть ли не пустынно-песчаный. Мне вообще показалось, что как будто эта картина из каких-то древних веков я увидела. Пустынный песчаный какой-то пляж, а вдаль уходит море. Знаешь, как будто я вот в натуре где-то когда-то была в этом месте, но такое впечатление, как будто это или из каких-то чуть ли не из прошлых жизней. И даже какой-то образ. Прям королева у меня прозвучала даже в голове. Слово королева. И корону я увидела даже.
Ну, не факт, что я там была королевой, ну, кто его знает. Может быть, и была в каком-то воплощении. Ну, вот тоже. Но чувство вот с этим словом «королева» как будто подарили какое-то чувство мне. Или отношение, может быть, к себе, или они отношение ко мне подарили, понимаешь? И даже какое-то здание, у которого стены благородного какого-то такого, ну или из камня, или из чего-то. Причем он неоднородный, еще потемнее, такой типа как будто вот бывает кирпич, светло-коричневый, бывает такой, но это не кирпич, а это как будто цельный какой-то такой. Ну вот, как бы стену какого-то здания я увидела, может быть, даже угол. Он благородный такой, знаешь, вот из такого у нас на Московском, ой, как на проспекте Мира в Москве, вот такие монументальные вот эти здания, дома сталинских, что ли, времен. Ну вот что-то вот на эту монументальность похоже. Ну, я бы сказала, что это принадлежность какой-то касте. Вот как вот говорят там касте, да? Только это какая-то такая, ну, если не элитная, то сильная. Вот имеющая какую-то силу. Вот уже я расшифровала этот образ. А сейчас опять что-то такое легкое, напоминающее такую поляну, на которой зелено-желтый цвет. Ну, то типа там цветы с травой, вот так, зелено-желтый. Но легкий какой-то образ. Даже как будто образ отдыха. Ой, ничего себе, я руками вот так повела, и я ничего не поняла, что происходит. Представляешь, насколько у меня, вокруг меня поле, я руками внедрилась, и меня, ну раз ты тут шевелишь, а у меня вообще поле выросло. Причем могучее так, сильное. Вот, что еще? Опять очень много золотисто. Прямо вот золотисто-белый этот блик, он прям вот бликом идет в голову. Неведомые мне какие-то обработки тут идут. Я не могу я их объяснить. Но в целом ощущение какого-то или богатства, или царственность. То есть это даже богатство, оно даже не в смысле, наверное, материальном, а именно какое-то самоощущение дают мне. Его правят, понимаешь? И цветы, прямо сейчас вот типа розы я увидела, понимаешь? Только не букетом, а как-то чуть ли не на этом же здании, но тоже образ какого-то богатства, такого чего-то. Или значительности какой-то, что даже я образ не подберу. Малиновый цвет сейчас возник тоже. Ой. И вот этим цветом как будто вот какой-то типа или противный, что-то заполняют какие-то участки вот моего тела, или энергетического, или физического, не знаю, как будто вот так вот раз, и этот, ну, приятный типа малинового цвета, но оно все разной насыщенности цвета, понимаешь? То есть я вот понимаю, что это, допустим, малиновый, а он не ярко малиновым идет. Но очень четко понятно, я все равно сейчас считаю, что вот эта вот красочность хорошая, она меня устраивает. Потому что я иногда как бы говорю, ну, все, ладно,
не квантирую, не надо. Вот, и вот как будто вот раз где-то мне не доставало, и этой краски добавили сюда. Понял? Понял. А сейчас прям такая красивая картина. Как будто типа какая-то сторона гор, и на эту сторону солнечный свет падает. Ой, прям, ну вот очень красиво. Ну, песочного такого почему-то цвета даже. Типа гора это, понимаешь? Вот такой цвет. Ничего, все нормально. Ну, в области груди стало намного легче дышать. И что еще? Тут тоже каким-то светом заполняется. А еще... Ну, почему-то тоже, или какая-то, или пирамида, или гора. Как-то вот так вот у меня кверху идет. Вот так. Как будто идет соприкосновение каких-то, или энергии, или чего-то. Ну, прямо вот так вот и показали. Как будто вот так вот. Вот это вот оно, они соприкасаются. Ну, как бы высший разум работает себе, не парясь на тему. Расшифровала я это или нет, они продолжают. В процессе потом сна ты все расшифруешь. Ну, вид какой-то роскошный. То есть вот прям роскошный. Удовлетворение души чем-то таким, чем хотелось вот восполнить, понимаешь, чего не доставало в этой обыденности. Вот они мне этими картинами прям вот это дополняют, восполняют, понимаешь? Как будто вот, чтобы какая-то удовлетворенность была, или впечатлением. У меня такое впечатление, что у меня душа к чему-то рвется. Что-то вот она хочет, она никак не может это получить. Они мне прям дают это, дают, понимаешь? Угу. Наполняет хорошо тебя, проработка хорошая идет. Хочешь, можешь усилить еще. Ну, давай до соточки. Сейчас добавлю. Точно, они мне прям так и дарили радость и удовлетворенность в душу. Поэтому я только могу поблагодарить. Сейчас меня как будто, вот я вздыхаю, вдыхаю так, ну, вдох, да? И у меня с этим вдохом меня всю поднимает. Как будто как по инерции, опа, этот. Причем вдох у меня от живота идет. Понимаешь, вдох начинается с живота. Вот так. Клевое ощущение. Ну, в области груди очень наполнилась. Ну, я вся наполнилась. И даже голова. Причем это превратилось, знаешь, в какое поле? Как будто оно вот такое. И вот знаешь, как вот не вот так вот, где пошла голова, а как будто слилось аж вот так. Понимаешь? То есть вот эту вот область плечи, голова тоже заполнила. Если трогать. Блин, представляешь, какая у меня аура? Вот я руками трогаю,
И вот я прямо чувствую эту упругость. Вот это вот все, оно вот тут вот полинс. В поле. Ой, даже ауру свою увидела, пока руками трогала. Представляешь, как интересно? Ну да, я прямо ореольчик такой увидела. Причем, знаешь, какого цвета? Такого, ну как бы перламутрово, салатово-зеленый. Вот этот вот ореол я почему-то как будто увидела. А он, ну вот в смысле ободок, а наполнен он вот тут, ну, солнечным таким светом. Это неплохо. Так, сейчас в области сердца, ну вот в этой, как будто вот эта энергия тоже стала что-то заполнять. Она как протекает вниз. Вот так заполняет вот тут, вот, понимаешь, пониже идет. Ну, в общем, товарищи, которые хотят просветления, пусть обращаются к тебе. И эти башни помогут. А сейчас у меня прям как будто вот кто-то у меня шевелит волосами по голове. Прям вот, представляешь? Вот. Ого. Ой, прям вообще. Даже вот щекочет. Уплотнилась, девушка. А? Уплотнилась. И даже вот золотистый такой... тоже прямо точно, как ты сказал, что уплотнилось, потому что чуть ли, знаешь, вот как сплав золота, вот такой вот, как слиток, но он большой, такой могучий. Ой, прямо вообще какой-то красивый образ идет, как будто свет какой-то разливанный водопадом прямо этим светящимся. Мне он с цветами даже вот с какими-то, но это неземное. И даже красота неземная, я бы так сказала, понимаешь? А, я понимаю, таких красок на земле нет. Я это проходил. И щедрость неземная, прямо даже, знаешь? Ну, как-то вот так, вот точно вот, где я присутствую, среди твоих башен, ой, то есть... Давай еще раз повторим, какие у меня башни. Вот здесь у меня белая башня. Вот здесь они как будто слились, наверное, понимаешь? Невозможно, они заблудятся. Чувство тяжести нет. Нос начала щипать. Прям вот как будто немного внутри. Это даже как не щипание, а как вот что-то такое, чуть ли не с припеканием каким-то. Ну, голова, как будто даже вот саму ауру чуть-чуть поправляют. То есть не аура, вот эту чакру, или как, знаешь, как будто вот тут вот чуть-чуть как бы как поворачивают, как правку какую-то делают. И я тебе скажу, я знаешь, какой цвет прямо сейчас в натуре увидела? Типа темно-фиолетовый, вообще я бы даже сказала, вот прям вот, как вот рисуют цвет гипноза, вот таким вот фиолетовый, в смеси с красным. Знаешь? Ну, есть она седьмая, Нафа. Тебе вот, ее сейчас отрихтуют, вернее, и все. Вот прямо вот такой вот насыщенно густой, красивый цвет прям. И причем прям густоту эту чувствую. Вот спасибо. И благородство.
В ней прямо, если сказать еще словами, благородство есть в этом оттенке. Так, обрести какие-то манеры, манеры, привычки поведения и спокойствие. Ловить на лету, чувствовать, как на что. Говорить, реагировать, молчать и самоощущать себя. Но я уже так понимаю, что я логикой своей прорабатывала последние дни. Думаю, да, я хоть это проговорю. И, по-моему, я это правильно сказала. Потому что мне как будто даже надели вот какую-то шапку, вот эту главаря, типа, понимаешь? Как-то ощущать какую-то свою главность себя, чтобы быть независимым, понимаешь? Очень, очень интересно. Сейчас как будто... Сейчас я как будто... У меня какое-то присутствие, но характеристика этого присутствия другая. Подожди-ка. А вот я и стою как на равных. Причем с очень... Среди очень близких, но по духу, по этому. Ну, прямо вот близкие, типа, знаешь, когда... Или единомышленники, что... И я чувствую, конечно, как коллега, когда, но сильный по какому-то вот такому уровню. Спасибо большое. Вот как будто вот как или приняли, поставили, или показали вот это. Сама еще, ой, наконец-то, наконец-то это стало в меня вливаться. Вот, причем все время сопровождает как подарочно. Прямо, знаешь, вот этими какими-то или цветами, или вот какими-то богатыми узорами все это вот так идет, ты понимаешь? Всем хочется поцелуй и послать спасибо. Так, Валюша, благодарим всех и будем выходить. Подожди, подожди, а сейчас я как будто попала, знаешь что? Вот когда рисуют цветок лотос, да? Ага. Только у меня вот этот лотос, я в центре его, и лотос этот напоминает, как будто, или пламя. То есть, понимаешь, вот лотос, но он как будто как лепестками, и они чуть ли не огненные. Но не в смысле вот из огня, а вот такое какое-то значение. Представляешь, какой клевый образ. И я как будто как в центре него. Что-то, ой, вообще клево. Я бы в жизни не придумала таких картин. Так, Валюшка, благодари, надо выходить. Благодарю. Ну, я не зря вот целовала, всех целую, я обнимаю, и вот опять золотисто-белый пошел мне опять прямо в глаза этот. Все, по-моему, они приняли благодарность. Спасибо, Геночка. Отключаю. Праздник просто подарил. Почему ты сразу отключаешь? Запись. А, ну ладно. Ну, короче говоря, очень здорово. Вот сейчас я тебя вижу. Давно такой не видел. Прям вся облагороженная и веселая такая, и какой-то вид другой совершенно. Видишь, как работает все? Да, мне даже кажется, что я ауру свою вижу. Чуть-чуть какая-то светящаяся. Вот что-то такое поле. Да. Спасибо большое еще раз всем участникам этого мероприятия. Обращайтесь, пожалуйста, к Геннадию. Спасибо, что он всем этим овладел, все это понимает, все это в таких настройках работает. Молодец, Геночка, ты сам тоже прям светишься. Естественно. Ну что, выключать будем? Да.